Так. Диверсиарлу перегитка таутуктани. Таутугунартуарсунапаяа сеқуминнганерсоқ. Диверсиарлу июлиақатинги писауллагнерсут. Ханақумня. Адохолеқпасхиням тайннарумняйтка. Там скелетик такой на фоне. Где этот гад? Кто этот гад? О, привет. Таманга и кумауак томин. Хахракпам иньва липтакток. Шумалу гуллагами нивяксиагрулу пиччинингани. А ты еще кто такой? Какой-то странный. Хунигодники. Неожиданно в обратную сторону. Хватит тут поддувать. Сейчас я смогу. Вот надо сейчас, пока вот дует, нет? Нет. Странно. Давай, я пока лежу. Я знаю, надо вон стой, слева. Меня задует туда, да? Да. А меня, интересно, задует? Ой, ё! Меня даже передуло. А как теперь тебе пробираться? Тебе точно так же похоже надо. Смотри, вон в траве там сидят. Ой, иди ко мне. Давайте меня. Ага. Какая ты легенькая. Я нормальная. Прыгай, ловлю. Я не думала, что я такая легкая. Хихикали нас. А, я сейчас, кажется, вижу. Опа. Пока что мне почему-то посложнее даже. Хотел бездельничать, да? Да. Да, тут процесс вообще такой. Халлакток инигумаруак уппек. Ух ты. Вот он. Ума илисиманек пага. Исумуллакток нивяксиагалуалу. Канук китабура хаунуга ингагикпен. Хиляутика пигигупку. Икайогунеагалуагикпен кимун тайна нунаакек. Сабарити ланга. Хотел сказать, что тут игровой процесс-то вообще практически, ну, такой... легкий очень. Простенький, да? Да. Ну, это и хорошо, на самом деле. Не, ну, тут дело не именно не в скилле, а именно вот в повествовании. Да-да-да. Ага. Биение сердца общины. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still a recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat. That's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity, everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling.
and to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside of the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Сломал. У него потом, по-моему, даже слюни летели в разные стороны. А вообще, на самом деле, все эти барабаны, все эти бубны — это своеобразный такой способ введения в транс. Давай, скидывай мне. Я не могу. Подсадить, что ли? Подожди. А сейчас. Я тебя могу как-нибудь подсадить? А, во, мне надо... Подожди, мне надо два раза нажимать, получается. Так, раз, оп. Точно. А, крестик писец. Нажать. Ну на. Я могу еще что-нибудь крестиком? Там, нос лизнуть? Нет? Ага, хихикают. К ним надо запрыгнуть. А, я полетел. Да, я думаю, нужно. А, нет! Я, кажется, шмякнулся. Нет. Сейчас, погоди. Сейчас я к тебе прилечу. Прилечу. Ты осторожнее, а то тоже сейчас как шмякнешься. О! Маленькие человечки. Ага. Ну-ка, ну-ка. Кто такие? Признавайтесь. They're just like other people. They just happen to be very small and extremely strong. These are stories that are common throughout Alaska. It's normally that people are, you know, size from your elbow to the tips of your fingers, and they possess superhuman strength. So they may be tiny, but they can carry a whole caribou. And if you go up north and you talk to a number of the people in the community, they'll talk about having seen the little people. There's a place at home that we know, but we don't profess it to anybody. But it's not like the boogeyman. They can be mischievous, they can be ornery, or they can be helpers. And every now and then, we might have the opportunity to see them, especially if they want us to see them. The fact that it's across Alaska really tells you something about our history and how we interacted with nature around us. Что-то типа домовых лесовичков там всяких. Что-то да, такое. Но я надеюсь, наши добрые. Разберемся. Если они добрые, то получат по шапке. Короче, сов надо искать. Давай, тащи. У меня сил не хватает, я буду лежать. Странно. Что такое? А, вот я нажимаю, она не берется. И влево тащи. А, то есть, нет, я просто думала, какая-то анимация должна быть, ну, того, что она схватила. А, то есть там анимации нет, когда нет, нажимаешь? Нет, нет. Угу. А зачем? А я не знаю. Я просто так, чтобы полежать. О. Тепло, прям над свечкой. Эть. А зачем, если здесь есть веревка? А, странно. Слушай, а может быть там можно было залезть наверх? Куда? Смотри. То есть ты можешь сюда ее, чтобы залезть сюда. Зачем я туда пришла? Не знаю. Это, наверное, если сову бы пропустили, можно было бы вернуться, залезть. А зачем сову? А сова нам истории рассказывает. А, это сова, ну, рассказывает? По крайней мере, так обычно выглядит как-то.
барабанят там. А? Хиля-ра-рак тот, и вяхшер-ролю, бутфактике. Устроили там. Аси, они плитинг сюна, и тук-то сугругу магат. Мы не шумели. Ого. А, ломают. Ой. Все. Ну вот. Я не ожидала. Я тоже как-то не ожидал, что сейчас все поломается. А, чё, куда? Ждем. Смотри, он кидаться сейчас будет. А, гад. Какой. А. Я понял, да, сейчас он сюда кинет. Я думал, ты понял. Надо было пробежать на правую сторону тебе. А тебе? Или мне? Обоим надо было пробежать. Он же камнем в нас кидает. Черт. Вот. И еще, наверное, один надо. А я думала этим сделать. А! Ну вот, меня закатал. Легкая игра. Да легкая игра, просто. Не, я понимаю, что легкая. Я думала, нужно сделать так, чтобы он кидает на противоположную сторону, нас закидывает. Сейчас я его как цапну. А! Трусишки какие. Песца испугались. Гады убежали. Я думала, то есть кидается камень сюда, а мы с той стороны такие летим на ту сторону довольны. И закидываем его обратно, что ли? Почему? Вот он на правую сторону камень приземляется, ага. А мы с этой стороны как скачели такие пью туда. Ну да, видишь, как оказалось по-другому все. Оказалось. О, тут тепло. А ты говоришь хорошие, а не ага. Плохие. Встречу, на костыляю. Я там пыталась кнопки жать, когда они мимо пробегали. А я кусал, но пытался кусаться. Хорошо. Они как-то быстро так побежали и все. А дальше что делать? Я так понимаю, вот куда-то. А, остыли уже, все? Да. Давай, помогай. Зачем? Нет? А. Не получилось. Сейчас я смогу. Так прикольно. А дальше? А, вон она что. Толкай. Тяжело же. Ну тяжело, что поделать. Ты как порядочный писец мог бы и помочь. И я как порядочный писец постою в стороне и посмотрю. Я думал, ты сейчас скажешь, я непорядочный. И вяхшер ролик у тебя рок килял делегахуни. Упик купя чапалуга рок. Аси табра пивит тагелил дипян лагага. И вяхшер ролик. Нахуне, ай чуди хирахангарок. Упит халлакто. Увауна хауна гингагига. Илигинун пихит кувлуго. У нас оружие есть. Такой смешной. Ай-яй-яй. Он, по-моему, вот трубкой, да, курительной там бьет. Который курил. Да. Ладно, направо. Мы пошли, хорошо? Все, давай, до свидания. Пока. Не спасибо. Болей. А ты ему за что спасибо? За все хорошее. Вот. Давай. Нажми. Нажимаю. Бола. Угу. The bola is what we call kilometer
And the kilometown is made out of braided sinew tied out to some heavy bone, which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise. So you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know? So bolo was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, and down they go. Я думал, покажут в действии. Интересно было посмотреть. Оп. Стоп, а мы тут были. Я тоже хочу по веревке уметь лазить. Зато у тебя есть хвост. И когти. Ух ну ты. Вот, видишь? Ой, все ломается. Ух ты, мост. А ты там где? Меня удуло. А, R. Правый стик. Ты целиком пальцем прямо на эту булу. Ну, на стик. Вот. Ага. Чё ты кверх ногами? А-а-а. Как хитренько. Опа! Опять что-то горит. Ай! Сейчас я вот так. Ложись! Добротайна и глехотик. Тебе аксиарвалум атуга упим ачута. Это что за звуки? Стой. Будет дуть, нет? Не знаю, но приготовиться можно. А, держись. Промазала. Да что такое? Ай, я покатился. Да выпендривался, да? Ой, а куда сдули? Надо мне подойти, вот. Ой, как тяжело попасть. Хорошо, хоть не на время. Ага. Да что такое? А, ложись. Ну что такое-то? Давай. О. Есть. Полежать, может быть, да. А, ты мне прям по голове хвостом. Чекотно? Чекотно. Ой! Извините. Сейчас опять стрелять? Да. Отвлекся. О, как! Опыт. Я подпрыгнул случайно. Фух. Я боялся, ты сейчас до конца улетишь. Лихая, да? Да. Вот меня сдуло. Не, платформер не сложный, но просто нужно немножко это... Не отвлекаться, скажем так. А у нас не получается не отвлекаться. То хвостом, то еще что-то. Плохому танцору, знаешь. И лежим. Ну да, сами поторопились, кстати. Все? Будет дуть, нет? А-а-а. Мне надо туда. Да. А ты ее сможешь, да, сам? А, тебе ее привезти надо ко мне. Ну-ка, давай вот сюда вот. Погодя. А он... Вот через лево, вот сюда. Во. И ко мне. На. И подойди к стенке справа.
чтобы если ветер подует, мы были вот так. Хитренько какая в упор подошла. Подойди к стенке справа. Почему ты меня разворачиваешься? Развернись давай. О. Ой. Ай, ну чё сзади-то? Ага. Держись. Да что ж такое-то? Ты знаешь, как тяжело попасть? Ну, примерно представляю. И? Понятно, мне нельзя уходить. Поехали. А, вон чего. Ага, понятно. Сейчас я тоже. Оп. Я понял. Ждем ветер, да? Да. О. Ох ты! Ага. Жене будешь дома приказывать? Ого. Что творит? Ага. Ай, стреляй. Кидай. Интересно, ты можешь ему в глаз зафинделить? Я не знаю пока. Не до этого было. Я тоже думаю, что не до этого. Ого! Ого! Бежим! А я хотел в глаз ему пострелять. Не-не-не, бежим. Ах ты, негодяй. Сейчас как цапнул. Ай-яй! Не знаю. Мы сбежали или нет? Я не уверен. Лучше бежать, наверное, дальше. Он там буянит очень активно. Иди! Обойдешься без моей булы! Это моя була. И моя. Не сработало, да. Может попробовать зафинделить ему? Такому гаду не зафинделить прям. Прям хочется. А как он так метает? Ага. Читер. Злодейский. Глаза такие безумные. Я вроде не пропустила, да? Нет, все нормально. Фу, а я давай на пол бросаться такая, держаться там за все, что можно. Потом все ненадолго успокоилось, но вскоре снова подул ветер. Разглядеть что-нибудь во время метели было очень сложно.